Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Добрый день, Николай. Вот такая чайка собрана для вас. Сегодня мы ее поднимем в воздух, покажем, как летает, какие у нее особенности в управлении, в настройках. Все это покажет облет. Но сейчас перед стартом проверяем управление и готовимся взлетать. Управление проверяйте в обязательном порядке, чтобы рули работали адекватно, чтобы сервомашинки не замерзали. Все отлично, работает без проблем. И можно взлетать. Сразу скажу, по рулю высоты расходы старайтесь делать небольшие. Модель достаточно чувствительная по каналу тангажа. Так как взлетать будем с руки, не забывайте, что диаметр винта на этой модели достаточно большой. Реактивный момент тоже ощутимый, поэтому на старте даем крен на правую сторону. Ну и газу побольше. Почувствуйте, когда модель уже будет готова уйти с руки. Свой вес будет держать. Тяговооруженности достаточно, мотор достаточно мощный. Но на взлете также не стесняйтесь модель подкинуть. Хоть это и биплан, но все же истребитель, и скорость ему нужна. Так, доску побольше и поехали. После взлета сразу набирайте высоту. И после этого можно модель будет оттренировать. По крену просит вправо и слегка прижать руль высоты. Так, и, пожалуй, по рулю направления тоже слегка вправо. Все-таки достаточно большой реактивный момент от винта чувствуется, и его приходится компенсировать серьезным отклонением элеронов. Ну вот, все, модель полетела, и сейчас можно будет снизиться, походить поближе. Но все настройки, все регулировки не забывайте делать на высоте. В целом модель достаточно маневренная, послушная. Летать, ну, я думаю, что будете в основном на полный газ, либо близко к нему. Мотор тут не особо оборотистый, поэтому большого запаса по оборотам, по тяге тут нет, но тем не менее его вполне достаточно на маневры, на пилотаж. А для копийного полета можно газ и прибрать. Одно из преимуществ такого мотора в том, что он достаточно экономичный. То есть вот на батарейке 1300 мА можно пролетать будет даже в полный газ минут 15. Очень симпатичная модель. Конечно, лучше она смотрится в ясную погоду. Сейчас серебристая окраска сливается с облаками. И издалека модель начинает теряться. Спасает только яркий красный капот и большие звезды на крыльях. Но в целом в полете модель очень приятная. Управляется легко, достаточно адекватно после того, как настроишь. Но предупрежу сразу, чтобы не теряли скорость. Модель, конечно, не особо валкая в плане штопора, но очень большой реактивный момент от винта делает свое черное дело. При потере скорости элероны работать перестают. А вот реактивный момент никуда не девается. Поэтому модель начинает скручивать, начинает заваливать.
И в основном для этого самолета такой спокойный копейный полет – это его основная задача. Это не бойцовка, которая будет крутиться буквально вокруг хвоста или кончика крыла, разворачиваться. Это именно копейная модель для спокойных, достаточно размеренных полетов. Что касается пилотажных возможностей И-153, по крену она рулится достаточно вяло, элероны только на верхнем крыле, поэтому бочки получаются растянутыми и с большими провалами по высоте. Если будете их отрабатывать, то делайте с большим запасом по высоте, чтобы было время на реакцию, на вывод модели из критических каких-то положений. Ну вот петли крутят в легкую, по крайней мере, если сохранять скорость. Также достаточно эффективными будут руль направления. Ну, в целом, боевой пилотаж модель выполняет. Те же эмельманы, боевые развороты, все это модель делает вполне уверенно. Развороты на горке. Ну, по сути дела, то же, что выполнял реальный истребитель, на этой модели сделать вполне можно. А заставлять ее крутиться как пилотажку, все-таки это не тот тип самолета. Ну что ж. Испытательную программу модель отлетала. В воздухе уже находимся более 5 минут. Ну что ж, будем постепенно сбавлять обороты и приземляться. Сейчас постепенно прибираю газ, примерно до 60%. Плавно снижаемся. Пожалуй, еще один круг можно будет сделать. Еще больше сбавляем обороты и приземляемся. Но все же это истребитель, и скорость хорошая. Ну вот, Николай, так летает ваша чайка. В воздухе модель ведет себя достаточно стабильно, уверенно. Управляется вполне адекватно. Те особенности полета, которые я рассказал, конечно, учитывайте, но тем не менее модель довольно спокойная. По тренированию, что могу сказать. Крен пришлось дать достаточно сильно вправо, руль направления тоже немножко вправо. Но если рулем направления совсем чуть-чуть, можно сказать, на несколько щелчков его сдвинул, то по элеронам их видно даже визуально, что они слегка отклонены. Так что перед первым взлетом этот момент учитывайте. Ну и облетывать и притираться к этой модели лучше вот в такую погоду, когда кругом мягкий снег, в случае чего падение вряд ли приведет к серьезным поломкам. Также немного прижал вниз руль высоты, но тоже совершенно незначительно. На первый взлет его можно не трогать, а вот элероны и руль направления сразу отклоняем вправо. Вот, пожалуй, все, что требуется знать конкретно об этой модели, чтобы нормально на ней взлететь. Самолет в скором времени будет упакован и отправится к вам на родину. Ждите посылку в ближайшее время. Ну, а на сегодня наши полеты завершаются. Всем, кому понравилась «Чайка в небе», не забывайте, что вы ее также можете приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылочки будут в описании под видео и в подсказках в правом углу экрана. Есть вариант уже готовой модели, есть вариант конструктора для самостоятельной сборки. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши социальные сети. Мы практически во всех популярных платформах присутствуем. На форум, где вы можете пообщаться, спросить совета, поделиться своей информацией, либо найти друзей и единомышленников в своем регионе. Ну и, конечно же, ждем новых полетов и новых моделей. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!